spear. Right here, BD. Scared of getting burned? BD! Готово. Being an inquisitor taught me no setback is too great. When you've already lost yourself, a limb's easy. You know, I was a Jedi. It'd be fun to bring you in. Watch you crush like the rest of us! Oh, angers you. Just wait till the isolation, torture, mutilation, and your breath! I won't let you touch them! You can't stop the Empire! I can stop you. Yeah, we just took down an Inquisitor. I thought you were dead. Glad you're okay. We should get back. Seer and Grease are expecting us. Короче, я не знаю, лагает, лагало вот конкретно в этом специфическом месте. Почему именно так? Просто вообще не понимаю. Именно в этой части кошелька, то есть, типа, если в первой все было нормально, и сейчас даже все нормально, то в той части просто весь ОБС настолько сильно кричит, что ему плохо, вообще никакие ребуты не помогли. Я не знаю, оптимизация, как вы понимаете, на высшем уровне. Материал Пончо-Хранитель. Это команда, Сатохранитель. Выглядят они отвратительно. А мы обратно, типа, и вот весь путь, да? Надоело это делать тоже, если честно. Быстрого перемещения здесь не хватает. Типа даже, ну, в Dark Souls есть. А, нет силы! Нет силы, такое бывает. Там сзади меня что-то страшное, да? Джедай. Ты удивлен видеть здесь джедая? Который тут уже очень-очень долго. Странные вы, ребята. Что? Спасибо большое, что это так есть. Умри. Oh!
Так, ну кошелек он... Нет, он нормально такой, такого размера. Я просто вот это вот обратные все пути что-то заколебало, если честно, ходить. Бессмысленные вот эти, да, пути, дороги. Вот очень странное специфическое место было, вот именно с босс-файтом девятой сестры. Просто почему-то было очень плохо. Не знаю. Проверили? Там же еще один... Я, кстати, мертв. В курсе? Или нет? Так. Тут где-то, по-моему, должно быть... Во всяком случае, очень хотелось бы... увидеть, передохнуть. Потому что, если бы мне сейчас не повезло... Это был бы рип. И, по-моему, здесь вот прям подо мной. Или это не здесь? Я каким-то неправильным путем иду, по-моему, да? Кстати, есть отголосок. Что внизу там? А, бензин разлит. Wookiee died from toxic fumes. The Empire is poisoning the planet. Но это разве не скрытый этот, не короткий путь? Я просто куда-то не туда, да. А, ну нет, все правильно, мы сейчас пройдем. Сейчас налево. А, тут эти твари две, зашибись вовремя. Клево, очень, очень главное мог среагировать. Спасибо большое. Твою мать, заново бежать? А, господи, зачем? Я не понимаю, зачем вот эти элементы? Вот в последнее время очень часто многие пихают вот просто вот такие вообще ненужные какие-то секвенсы, где просто побегать там, вернуться в то же самое место, где ты уже был в 15-й раз. Зачем вы это делаете? Почему здесь нет просто быстрого перемещения? Если тут, типа, нужен скрипт, ну скажи по определенным причинам, типа, нельзя сейчас переместиться. Да блин, все поймут. Но сейчас мы, вероятнее всего, просто добежим до места, и все, и мы добежим до места. Только потратим на это, короче, 5 минут очередных или 10. Зачем? А вот в том месте, короче, где сейчас появилась тварь, которая... Просто шикарно... Хороший прыжок, мне нравится. Которая очень адекватно просто среагировала на меня. Там появляются периодически какие-то разные персонажи, которые босс-файты. Которых можно убить. Но я не буду пытаться даже, потому что... Просто потому что вот сейчас мы где оказались? Вот здесь. Поэтому, ну... Я говорю, это неуместная херня. Это не туда сделали. Вообще просто скомбинировали. Скомбинировали Tomb Raider, скомбинировали Dark Souls. Ну, или Sekiro. Получилось вот это. По геймплею его структуре. Но вот именно то, что здесь есть возвращение противников, это вообще не туда. Слушай, по-моему, там должен быть какой-то другой, более адекватный проход, нет? Сейчас он меня столкнет вниз опять. Медлительность Кэлла. А ты нет, Кэлл. Может, поправим как-нибудь это? Хотя нет, там только этот проход. Там как раз... Это как раз шорткат относительно. Ну, я не знаю, зачем.
Каждый раз. Туда-сюда. Нет. Возможно, кстати, когда я прокачаю урон от цветового меча, который за 3 очка, вот эти? Нет, те, которые с коричневыми наплечниками, они будут умирать с одного удара, возможно. Вообще, многие мобы станут умирать очень быстро, что просто не может не радовать. Все же мне кажется, что куда-то вот я не туда вот иду. Ну нет, как бы тут... Тут проход, да, легитимный. Вот, их опять здесь нет, видишь? То есть они появились здесь ровно на один раз. Только не здесь, в другом месте они были и пропали. Это вот я прям не пойму. Слушай, а вот здесь вот нельзя как-то... Это же... То, что я думаю. Это не здесь, но вот на кошельке. Я больше нигде не видел. Вот на кошельке периодически появляются мобы, которые... Вот такие вот босс-файты. Одноразовые причем, видишь, то есть он меня убил. Или там она, их опять было двое. Мне кажется, что вот где-то их можно найти. И будут какие-то прям... Может быть, бонусы за их убийство. Но первый раз не получилось, а сейчас у меня просто не было хп от слова совсем. Чтобы что-то делать. Я даже понять не успел, что это произошло. А, то есть мы еще и прям едем. У нас, кстати, кошелек 87%. Нормально. А куда мы теперь? Я как-то... Мы узнали про Атриум. Но я также узнал, что Атриум это не место. Потому что у меня в Атриуме, в моей голове, Атриум это место. А это не место, это предмет. Cordova believed the key to the vault is on Dathomir. А, Dathomir. You find your Wookiee? Yep. Точно, да. Things are bad down there. Double jump уже дали, точнее. Hires everywhere. Inquisitors? Altrilla. The second sister is gone for now, but she's still chasing us. I defeated the ninth sister. Cal and I was captured by the Empire. I resisted. I swore to myself that I would die before I would talk. But then this dark shadow came. And he was worse than any nightmare I could have imagined. And I still fought. But in the end, I came apart. And I gave them Trilla. And I know there's nothing I can do to make that right. But Cal, there's still a chance we can save the others on the holocron. Okay, look. The ninth sister said something about becoming an inquisitor, like it's inevitable. But you went through the same thing she did, and you didn't join them. Cal. It's okay, Seer. We'll find Cordova's holocron. Hey! Get your lasers off my lunch! Беди, не трогай, слышь. Ну, сэр, а как я не... Это ж... Она же, блин, джедаем была, вот. Я вот этого только понять не могу. Dathomir, кстати, да. Вот она была джедаем. Я не помню, чтобы вообще джедаев когда-либо там пытали, и пытали так, чтобы прям вот, ну, чтобы они сдавались. Они ж джедаи. And did you? We explored many planets. Tombs and temples related to the Zepho and Jedi. But I hit a limit. To him, there was no limit. The poor crazy old guy was left alone. He was always alone, even when I was with him. He cared about his work and the future more than anything else. He didn't have the time. He was always on the move. Magana was the first place I ever saw that looked like he settled, even for a brief moment. All right, we're here.
Джедаев, как правило, просто убивали. Даже если их брали в плен, они не раскалывались никогда. Максимум каких-то там, ну... Ну, я не помню просто примеров. А могу ли я? Jedi, I'm fine. Yeah. Hey, Cal. You and her. Is everything all right? Hang on. Have you seen Seer? What? Is this a trick question? You want me to go outside and find her for you? No, it's okay. I'll find her. Она сама пошла, что ли? Господи. Hold that thought. Cal, do you have a moment? You've come a long way since Braca. But the path is far from over. I want you to know the difficult challenges ahead. I can handle it. I know what you can do. I'm not denying that. And I know what has to be done. I've done it before. Cal, even the strongest of Jedi. I'm not Trilla. I'll be fine. I know you're not. I didn't say that. I'm not asking you to say anything. It's okay, Seer. Really. Just be safe, Cal. That's all. Hey. I know we haven't been on great terms, but can I talk to you about something? I need your help. I'm listening. I've reconnected with the Force, but I still feel blocked. Why do you think that is? Every time I open myself up, I see Master T'Pol. You felt this, yet you've continued deepening your connection to the Force. You know what that says to me? That I don't know what's good for me? That you're strong enough to embrace your emotions. Give yourself time. Seer, I... Thanks for helping me. Means a lot. Кстати, знаете, что я заметил в меню? Вот здесь вот, видите, пирамидка, она как-то не выстроилась. Мне кажется, что у нас еще две обилки будет. Минимум. Точнее, нет, одна минимум. Мне кажется, что вот две, и как раз пирамида построится. Ну, убеди, там еще тоже есть навыки. Я не смогу, да, сюда? Никаким образом... У нас там все уже исследовано, плюс-минус. Пойдем. На этом мире мы были, конечно, в самом начале. Когда только все это началось. Но было это рановато. Ну, то есть я подумал, что это какая-то дополнительная планета. Просто со всякими ништяками что-то узнать. А теперь нет. Оказывается, что... Она очень даже важна. И да, идти в нее надо было позднее. Так, мы тут все уже посмотрели, плюс-минус. Я предлагаю просто... Куда надо залезть? Кстати, вниз можно спуститься там. Так, стоп, только мы были... Блин, а это было... Да, это было здесь, но намного-намного дальше. Здесь эти пауканы, которые... Так уж и быть, живите. И, возможно... Но это маловероятно, но не исключено, что мы только вот сейчас должны... Прикинь, вот я бы только сейчас получил, короче, двусторонний меч. После всего, как он мне вообще помог. Каким он был полезным. Эти забрики все еще сильные. Но мы рановато пришли. Очень рановато. Вот эти забраки, они вот для такого более высокого, конечно, уровня. Но меня же это не остановило все равно дойти до определенного момента. Сохранились. Сейчас будет очень неприятно. Вообще я вот на этого, да, нацеливался. Попал, прикинь. Опять попал. А,
Я пытаюсь сделать просто простейшую комбинацию, и Калу не хватает времени. Это так раздражает, все не представляете. Ему не хватает времени на, типа, сделать вот это движение рукой просто, понимаешь? То, что вроде как легитимная атака, он не успевает. Вот сюда вот мы не могли попасть. Это осыпающиеся руины. Ну да, автонаводящиеся стрелы. Заколебали. Иди сюда. Лети в этого. Не нанесло урон. Это что еще такое? Серьезно? Вот тебе и снаряжение подъехало. Куда-то мы... еще ниже? Мы... И так в аду, по-моему, нет? Конечно, ему нравится. Всю работу-то я делаю. Каким еще снаряжением? Какое-то, видишь, какое-то снаряжение у BD-1, наверное, должно быть. Вряд ли у меня. Сколько там до третьего? Чуть-чуть не хватает, буквально миллиметра. Но ничего, сейчас это будет выполнено просто. Одним движением. Мне надо что-то найти, короче. Вот просто я что-нибудь найду. Одного противника... Вот вы мне нужны, идите сюда. Время увеличенного урона со светового меча. Это то, что нам очень сильно поможет. Поскольку многие противники будут умирать теперь, ну, реально быстрее. То есть те, которые умирают с двух, они умирают теперь все с одного. Те, которые умирают с трех, умирают с двух. Это просто великолепный скилл. А у нас весь световой меч практически прокачан. Там остались еще навыки на бросание. Но нормально. Основу я сделал. Сейчас должно стать намного проще. Это именно о том, о чем я говорил. О том, что урон когда-то должен повыситься. Дверь закрыта. Ну, естественно. Дверь, естественно, закрыта. Если бы она была открыта, я бы был удивлен. Это что еще такое, господи? You will go no further. Stand aside. No. He was right about you. Who? What? Jedi are thieves and selfish liars who bring nothing but death. Back off. If you attack me again, I'll strike you down. Oh, I won't do a thing. But my murdered sisters. They will have their revenge. Так, что они умеют? Не так много. Ну, кстати, опять же, усиление меча очень много компенсирует. Но они не такие сильные, вроде. Реально нежить. Я как-то, честно говоря, по-моему, пропустил момент, когда в Звездных войнах появилась нежить. Ну так, немного. То есть где-то там был... Что-то произошло, и вот... И теперь мы вот в этом. И это странно очень. Потому что оно хочет стать каноном, напомню.
Но здесь нежить. И какая и некромантия вообще в целом. Это магия. Ну, я не против, но просто я имею в виду это в контексте Звездных войн. Странно очень смотрится. Да? Любите из-за углов-то вылезать? Это как будто можно разрезать. You will pay for their death. За чью смерть? Что я сделал? Ну, в плане, явно кто-то не я сделал, но... Что произошло? Help me, BD. Спасибо. Иди-ка сюда. А, ну или так. Оно, правда, живое, вроде. Не важно. Это вообще жесть. Ну, кстати, сейчас вот фразу хорошо адаптировали. А, вот та летающая, я же говорю, мы в аду. Я как бы не шучу. Это, кстати, шорткат. Куда это шорткат? Точно ли это шорткат? Ну да, это шорткат. А, нормально, это тот самый. Хорошо. Пойдет. Вообще, конечно, интересны такие веревочный лифт, который работает автоматически. Новая задача на голокарте отмечена. Нам просто двигать вот куда-то в направлении. По-хорошему найти снаряжение, а я знал ведь, что что-то будет вот странное вот с этими вот наростами на стенах, потому что они здесь не просто так. Вот это... Ой. Ладно. То есть они очень сильно выделялись, и... Я заподозрил, не ладно. Угу. Отлично. Убил своего, убил себя. Красавец. Странник. За странником. С которым мы один раз поговорили. Потом произошло что-то неясное. Еще будешь стрелять? Но! Просто многовато. Еще. Ну, неудобно же к вам подходить-то. Ну да, конечно, надо заряжать сразу атаку. Стреляй, или боишься меня? Все они боятся меня. А как к ним попасть-то? Не, ну не хочешь сам? Иди. Я тебя сюда подтащу. А как-то надо попасть наверх. Вот тут я как будто могу что-то... Ну, с чего бы?
Вот. Так вот мы умеем. Даже не знаю. Ну давай, ладно. Там просто эти снизу сейчас появятся заново. Опять будут стрелять, бесить. Но оно быстро само себя убьет. Нет, ну то, что они хотя бы, конечно, проработали возможность отбивать всякие пули, снаряды, это круто. Без этого просто не может быть, но в некоторых не делают. Да, конечно. Сестра ночи думает, что она сильнее меня. Ключевое, естественно, она думает. Что бы она на меня не вызвала, у меня найдется ответ. И не один. Так, еще сюда. Ощущение платформы гениально смотрится просто. This must be where the Knight brothers live. There, not unless we have no other choice. Yeah, that figures. Вы броня, да? Они разве представляют какую-то угрозу? Раньше, может быть. Твою мать! Я поехал. Их там было очень много, они готовились меня обстреливать, это было рациональное решение. Господи, где я? Реально, чем дальше, тем хуже просто вот это... Я не удивлюсь, если сейчас пройдет еще минут 10, я найду Ктулху, это прям... Какая пакость везде здесь. Over here, BD. Отвратительно. И главное, ниже, ниже, ниже. Вот чем ниже, тем прям тошнотворно. И я не очень... Вот я не очень могу понять, как мы найдем какое-то необходимое нам снаряжение для того, чтобы обходить эти наросты на стенах. Потому что мы-то явно его найдем, но это... попадаешь, да? Стагера не было. А... Кэл, может, не надо так основательно-то? А, ну тут да. Тут... А, это грязь. Я думал, это земля. А, она все такое запутанное еще. Мы, кстати, рядом уже. Ох, твою ж мать! Ох, твою ж мать! Just need to know, don't you?
Я очень рад, что я прокачал этот навык. Новый материал, саванна. Ради разнообразия, почему бы и нет. Этот хотя бы выглядит как-то. В отличие от всего остального. И субтитры. Я очень не хочу идти понизу, поэтому... Но, блин, нет выбора, что ли? Так, тут ведьмы. Не ведьмы, а сестры. Нежить. Пока у них там война, мы аккуратненько сейчас смотри. Оп. Сила и контроль. Как вы сражаетесь? Не обращайте на меня внимания. Тут, короче, оставаться вообще нельзя. Их тут столько. Твою мать, оно пришло за мной. Ну, слишком много вас. Хотя бы более удобное место для сражения. Тогда я, может быть, еще... И сюда. А куда? Не, подожди, здесь мы были. Тут я спустился только. Значит, надо поверху идти. Надо поверху и налево, то что тут снизу бесполезно. Не надо. Эти снизу пусть воюют. Сила контроль 2. Много я нашел. Для меча. Так. Да. А что будет более правильно? Правильно будет наверх по левой стороне. Сестра ночи огребет. Я не знаю за что, я не знаю, почему она меня не любит. Почему она джедаев не любит, но, видимо, кто-то что-то ей сделал. Думаешь? А вы знаете, в чем прикол? У меня ни хера нет лечиться. Ох, Кал, ты знаешь, что нам нужно. Ох, очень. Но даже не рядом, понятно, короче. Смотри, либо я сейчас пробегаю, либо это все. Скорее всего, это все. Я не хочу умирать, я очень далеко сохранялся, я на эту сохранение убью вас, обещаю. О, отлично. От них я вообще не готов был умирать. Там такой лабиринт, надо будет заново пробегать. Только смерть ждет меня здесь. Куда ты знаешь? Учитывая, что меня ждут одни мертвяки. В каком-то плане она права. Ой. Мне не нравится это место. Да, бип-бип. Бидиван куда-то втопил, ну естественно. Мы не можем сюда залезть, у меня нет снаряжения. А, или есть теперь, теперь есть. Вот только там задето. Yeah.
мой лучший друг с Кошейка, он примерно который такого же размера там. Даже так. Я думаю, хорошей идеей будет. Да как ты попадаешь-то в этих местах? Класс. Хорошая атака, главное, мог среагировать. Очень долго ковырять. Ага. Сейчас бы видеть это хотя бы. К сожалению, скорее всего. Да, это рип. Фу, хорошо. Очень долго ковырять. Прям перебор. Ну хорошо. Ну просто можно расковырять. Я как-то. Не знаю, там у него вроде как нет каких-то конкретных мест, где побольше урона. Ну, по типу головы там. Так что придется доить сейчас. Уровень отдай. Самая странная у него атака просто. То есть у него в локте надо стоять, чтобы не получить урон. В локте, мать твою. Класс. Начинается. Но я не поднимаю тайминг пока. Что за... Камера. А, можно разные точки брать, но... Он пропадает, почему ты? Камера, камера просто у меня убрала с него цель, спасибо большое. Реально, такие примитивные вещи, пипец, Electronic Arts, я... Там респаун, конечно. А, нет, по голове все-таки больней. Как-то до этого я бил, не особо срабатывало. Сейчас сработало у него атака. Какому принципу это работает, не работает?
камера! Сейчас-то обидно уже будет. Камера! Камера! Капец. Вали отсюда, а? Потом с тобой сразимся, окей? Потом я тебя убью, хорошо? Вали, 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 давай. Меня просто сейчас три раза подряд чуть камера не убила, пипец. То есть у меня таргет висит, но... пропадает. Потому что цель большая, арена маленькая. Как это? Когти верхолаза. Это куда? А, это, кстати, способность, понятно. Возможно, способности силы все-таки не будет. Почему я так быстро ползу, офигеть? С этой тварью мы еще встретимся, к сожалению, потому что, скорее всего, ничего не изменится, у нее будет, ну, заново ХП на новой территории. А может и нет, может испугается. Огребла же уже. Несколько раз. Теперь можно возвращаться к тому... уступу, куда они могли залезть. О, ну, наверное, знаете что, займемся мы этим с вами в следующей серии. А, на этом пока что все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. А мы с вами увидимся в следующей. Всем удачи и до новых встреч.